Пенсионный фонд предупреждает. Недавно в интернете стали появляться сайты, на которых предлагается при помощи номера СНИЛС проверить, сколько у вас денег в частных страховых фондах. Затем мошенники предлагают перевести ваши пенсионные накопления на ваш счет. Правда, не бесплатно. Обычно просят 10% от суммы накоплений. В итоге вы переводите им деньги, а они услугу не оказывают. Будьте бдительны.